Добрый вечер, коллеги, руководители, ветераны, почетные жители, все те, кто находится сегодня в этом зале. Уходящий год для каждого из нас был и с радостными моментами, и, наверное, с печальными. Но, тем не менее, в любом случае, мы должны быть ему, наверное, благодарны за то, что все, что мы прожили с вами в 2021 году, никогда не вернется, а останется у нас в памяти, останется в истории каждого из нас. Прошедший год заставил нас более серьезно относиться к здоровью, уважать родных и близких людей. Мне бы хотелось, чтобы мы в 2023 году сохранили, как мне кажется, очень простые, но тем не менее очень важные вещи. Это любовь к старшему поколению, любовь к детям. Это, на мой взгляд, такие ключевые моменты, которые делают нас сильнее, мудрее, чище, богаче, наверное. Я хочу, чтобы вас всегда окружали друзья, родственники, близкие люди, любили вас откровенно, без корысти. Хочу, чтобы вы дорожили каждой минутой, прожитой в кругу семьи, в кругу коллектива, в кругу родственников, друзей. Хочу от всей души поздравить вас с наступающим Новым годом, пожелать вам всем огромного здоровья, счастья, успехов, чтобы в каждом доме, в каждой семье у вас было тепло, уютно, благополучно, комфортно и достойно. Спасибо. Спасибо, Сергей Михайлович.